Если вы хотите узнать о том, как МТА поставил новый рекорд онлайн, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного ролика, несмотря на все эти происшествия, всю ту ебанистику, которая происходит во всем этом мире, я вам хочу сказать только одно. Все стабильно, все нормально и все охуительно на проекте Arizona, Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм Dante Kunar находится в описании данного видеоролика, поэтому заходите туда и ознакомляйтесь со всей этой информацией именно там и нигде больше. Поэтому не упускайте свой шанс, а там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, поэтому заходите по ссылочке в описании на мой телеграм-канал, подписывайтесь. И узнавайте обо всех новых новостях самыми первыми из всех людей, которые тут только есть. Новая неделя начинается, и вы знаете, я всегда плакался по поводу того, что вот каждую новую неделю мне приходится обсуждать какую-то вот полную поебистику. То какие-то там, знаете ли, GTA сам сервера, там то у них, то другое, то это, то пятое, десятое, там Advance Roleplay, Diamond Roleplay, сам ПРП заебало. Вот в самом деле заебало. То какие-то GTA сам ютуберы уходят с одного проекта на другой, с сервера на сервер, в своей группе ВКонтакте делают какие-то голосования, я все это обсуждаю, непонятно зачем, потому что других-то новостей просто нету, но вот сейчас, с понедельника, вот прям со всего, всей вот этой вот даты, со всего вот этого, знаете ли, прочего, началась прям какая-то полная ебанистика, я вот прям не знаю, и спасибо, наверное, за это ебаному коронавирусу, хоть какие-то плюсы от него, хоть какое-то разнообразие, и одновременно, вы знаете, все новости, которые в последнее время будут выходить на моем канале, они все будут так или иначе связаны с этим ебаным, блять, вирусом. Что я хочу вам напомнить? Мойте руки обязательно, то есть меньше выходите на улицу. Ну и помните, что мы все рано или поздно умрем, поэтому рано вы или поздно умрете, всем абсолютно точно поебать. А также не будьте долбоевым, не носите маски, потому что они нихуя не помогают от этого самого вируса. Вам просто становится хуже дышать, вы, блять, потому что у вас воздух, блять, ограничен, и все. А эти маски ебнутые вас вообще никогда и никак от всего этого не спасут. Однако, не помогают ему там маски, конечно, пиздит, и в машину просто сесть не хочешь, как нормальный человек, всем нормальным людям помогает сесть в машину, еще Брюлев недавно передавал, что помогает также не позориться и хоть чем-то заниматься, а то делать-то он реально нехуй всем. Во многих, знаете ли, странах вводится карантин, уже даже в России вроде как пошли какие-то приказы по вот всем вот этим, знаете ли, учебным заведениям, почему-то это, знаете ли, не как на Украине делается каким-то, знаете, таким вот одним щелчком, что, мол, вот сказали, и все, и во всех вот этих, знаете ли, учебных заведениях, во всех школах, во всех колледжах, во всех шарагах, во всех ПТУ, во всех вот уже идет карантин. Видимо, у нас это делается как-то по-другому, потому что сначала приходит там, знаете ли, приказ в одно место, его там подписывают с ним, там все вот эти вот, знаете ли, вещи делают, все прочие штуки с ним делают, и после этого уже все происходит. Потом там приходит в какой-то еще один там колледж, потом приходит в какие-то вот эти вот, знаете ли, школы, приказы, они все подписаны какими-то разными людьми, все это, хотя я не знаю, как все это работает, вполне возможно, это делается как-то немного по-другому, просто вот лично у меня в колледже все это происходит как-то так, как это происходит у других, я не знаю, но вот то, как я видел все это на Украине, все вот, пацаны учатся, и в один день просто вот, и все, и то есть все уже на карантине, все уже такие, мы отдыхаем, мы реально, блять, школа сосать, все остальные сосать, а у нас в России, в нашей великой державе, вот где-то с 15-16 чисел вот уже все это пошло, то есть даже до Казани уже вроде как все это добралось, там доходит уже до других регионов, но сегодня мы не об этом. Я это все к чему говорю? А дело в том, что МТА поставил новый рекорд онлайн, то есть предыдущий рекорд был в январе предыдущего года, по-моему, был он вроде как там что-то 34 тысячи с чем-то человек, 34, там почти 35 тысяч человек, а в этом же году, вот в это все мартовское время онлайн составил 36 295 человек, то есть абсолютно новый рекорд, и все это благодаря одному единственному вирусу, похожему на корону, и все. То есть, что могу сказать? То есть, успех ежесекундный, просто потому что, типа, людям нехуй делать, они все сидят дома. Кстати, вот это, блядь, большая проблема, все сидят дома, то есть, я не знаю, как записывать вообще свои видеоролики, вот выдалась свободная минутка, а мама там куда-то отошла, ушла в магазин, все, и я вот это вот записываю видеоролики, как потом все это делать, я не понимаю, поэтому если пропаду там, я не знаю, на неделю, на дней 10, на еще какие-нибудь дни, то не серчайте уж, ну вот так получилось, куда деваться, да, то есть ролики там потом, да, выходят как-нибудь, если еще какая-то ебистика
Африка, блядь, не свалится. Вы, блядь, заебали уже все эти войны какие-то, блядь, вирусы ёбнутые. Вы, блядь, мне дадите, сука, 1000 роликов выпустить на канал или нет? Я просто, я уже заебался, блядь. То, блядь, этот войны какие-то США, там, блядь, Иран, еще какая-то хуйня. То, блядь, вирусы какие-то, то, блядь, ракеты куда в космос, блядь, запускают. Я, то там Тесла, кибертраки, блядь. Вы, нахуй, нормально? Можно отдохнуть, поделать 1000 роликов, блядь, нет? Или только вот с такой хуйней мы будем делать? Но я просто вот, я вот чисто вот этого вот всего не понимаю. Однако, новость для МТА, конечно же, радостная. Я их со всей вот этой вот штукой поздравляю. Разумеется, не поздравляю людей с коронавирусом, потому что люди умирают. Некоторые, конечно же, выздоравливают. Вроде как от всей этой хуйни помогает Арбидол, но это тоже как-то, знаете ли, так на уровне каких-то вот этих вот всех либеральных СМИ, поэтому я не знаю, помогает ли он наверняка. Вообще, то есть от всех вирусов помогает что? Наша русская православная водка. Пейте, конечно же, если вам есть 18 лет, если нету 18 лет, не пейте, да и вообще не пейте. Нам, русским, на вирусы поебать, мы, блять, ёпта, нам нахуй этот вирус не нужен. Пошел он в пизду и нахуй. Опять же, хочу напомнить, Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор в описании, а там же ссылочка на мой телеграм-канал, мойте руки с мылом, промывайте тщательно, не знаю, насколько вся эта поебистика помогает, но вроде даже Google все это советует. Маски, опять же, хочу сказать, полное поебень, не покупайте, не помогает. Всем спасибо за просмотр, всем пока.